Okay. Entering the colonnade of St. Isaac's Cathedral. Lots and lots of steps. How many steps? I don't know, but it's a lot. Yeah, I think they number it for you. Like on. Перилок там маленькие какие. Ну. Oh yeah. Beautiful day. It's a very clear day today. Mm-hmm. I want to see. Is it a mosque? Which one? The blue one. No, it's Trinity Cathedral. And just like that, we're here. It's a little more than 200 steps to get up to the top, but we made it. Здание было реконструировано и в 1977 году здесь открылся центральный выставочный зал. Мы познакомились с выдающимися памятниками архитектуры 18-19 века. А теперь обратимся к той части города, которая формировалась во второй половине 19 века. С западной стороны колоннады Исаакиевского собора вы видите квартал живописи, двухэтажные доходные дома, стоящие вплотную друг к другу и нередко образующие темные и тесные дворы. Частные владельцы, стремясь максимально увеличить прибыль от сдачи жилья в наем, застраивали принадлежавшие им участки как можно плотнее. На общем фоне выделяется стеклянная крыша здания гостиницы «Ренессанс» на Почтамской улице. Она слева от нас. Если посмотреть выше нее, то виден четкий и строгий силуэт бывшей реформатской немецкой церкви, перестроенной в 30-е годы 20-го века. А сразу за ним вы можете увидеть верхнюю часть стен и несколько необычных. Это здание знаменитого английского театра. Thank you.
If you're big, it's really hard to get inside. Yeah. You're gonna be light on your toes. Excellent.
No. These are going down and going up. Colonnade.